Всем привет! Вы на канале Павлинка Ринка. Не забудьте сразу подписаться на наш YouTube-канал. Ребят, помните вот этого дельфинчика, которого Павле подарили в Южном? Мужчина подарил ей Павла, ему очень понравилось. Вот, он делал этого дельфинчика из глины. Смотрите, мы купили вот такую глянцевую краску, называется небесно-блакитный. У Павла были кисточки, одна толстая, одна вот такая потоньше, чтобы глазки нарисовать. И Павла сейчас занимается творчеством, разукрашивает дельфинчика. У нее есть уже фигурки, которые она лепит, она любит рисовать. Ну и вот еще мы делаем своими руками вот такого красивого дельфинчика. Да. Краска, кстати, очень красивая, да? Да. Небесно-голубая, очень красивая. Интересно, когда она высохнет, она матовая? Не, наверное, глянцевая будет, там же написано. Павла, у тебя все руки в краске. Ты не боишься, что она присохнет, а потом и не отмоет? Ну, покажи, какой у тебя дельфинчик получился. Очень, кстати, красивый, да, ребят? Смотрите, какой яркий. Очень красивый. Что, отпал хвост? Кусочек хвоста отпал. Ну, ничего, мы приклеим, у нас есть клей, не расстраивайся. Ребятки, а вы не забудьте подписаться и поставить лайк. Не расстраивайся, сейчас мы клеем приклеим.